Ребят, всем привет. Я снова в лесу. Сейчас один. Может, Ванька попозже подъедет, он там по пробкам стоит. Чуть прошелся. В общем, монета вот будет была. Вроде ранее совета. Да, ранее совета. 3 копеечки. 54-го года. Не такие же и ранние. Да, одному, конечно, в лесу стремновато. Тем более погода такая еще пасмурная. Ну ничего, будем ходить искать. Может, Ванька скоро подъедет. Какие-то строения в лесу. Там на крыше чувак ходит, вижу. Не знаю, что это такое. Скорее всего, пробка. Сейчас посмотрю. Ну что, опять головка от снаряда. Очередная. Куда-нибудь я сюда поставлю. Ну, в этих местах война была, потому что мы с Ванькой снаряд тут вырыли, патронов куча, и поисков везде навалом. Что там шашлык кто-то делает. Через такие завалы пробираюсь. Фу, уже закребался облазить. Ну, идем к старой дороге. Что нам принесет? Опа! Там и дальше завалы. Вон там какая движуха в лесу, не пойму. То ли люди ходят, то ли кто. Но кто-то явно ходит. Камеру не буду выключать. Я в ту сторону сразу идти. По картам старая дорога где-то там. Сейчас посмотрим, что это. А, голоса, люди. Грибники, наверное. Что-то вывою. Патрон опять. Точнее, часть от гильза. Так. Где мы, где старая дорога? Вообще вот мы на старой дороге стоим. А, сейчас локацию включу. Я между дорог, получается. Вообще сюда вот хотел уйти. В общем, Ванька не приедет, один лазю. Тут вот такой топорик откопал. Не знаю, старый нет, но с собой возьму. Весь убитый, конечно, тяжелый, блин, жалко таскать его будет. Но такую находку не хочу оставлять здесь. Сам немного заблудился. Вообще не знаю, где хожу, навигатор, блин, не ловит, здесь сети нет, интернет нет, ничего. На одной точке стоит, ну так скачет иногда. Так, вот монитос. Я вышел на дорогу, на которой мы с Ванькой ходили пару дней назад. Пошли монетки. Первый есть. Ищем дальше. Ну что, вот еще монитос. Блин, если ливень зарядил, и уже темнеет. Как-то так, облака пошли, темно стало. Так, ранний совет. Блин, убитый вроде. Ладно. Так стремновато в лесу в такую погоду еще одному. Ну, сейчас полазим, наверное, еще часик и буду домой собираться. Вот еще монитос. Шестеркой бил, вообще слабо. Думаю, мусор может какой-то будет. Ну, решил копнуть, проверить. Оказался монитос. Еще монитос был, но это вроде с поздних, на 5 копеек похоже. Ну да, я даже чуть лопаты зацепил, 61-й год, таких куча. Вот утиль.
еще монитос, но ведь гнутый. Не знаю, поздний, ранний. Скорее всего, поздний, темный. Сейчас стирать не буду. А может, 20-ка рамочная. Сюда кинем. В общем, вышел, я нашел старую дорогу. Вот она шва туда идет. И вон туда. А вот тут уже новая проходит. Сейчас по этой, по старой похожу, наверное. Чуть-чуть проведу, что тут есть. И домой. Ну что, все, иду к машине. Уже отвык один возить. Как-то подустал, скучно. В общем, не знаю, монет там 5-7 набрал, сколько. Сейчас там дома все отмою, покажу. Так, по лесу побродил. Часа два, наверное, ходил. Так, две монеты по 5 копеек 61-го года. Одна вот сплющенная. Проехались, видимо, по ней. Пробка номерная. Двадцатка 61-го года. Две трешки из ранних. Одна 56-го, вторая 54-го. Но все как алики. Не знаю, что с ним случилось, при ходьбе или так. И 10 копеек 53-го года. Это я их помыл, еще не оттирал.